Всім привіт! Це новий музичний проект Music City, в якому ви будете дізнаватися найцікавіші новини шоу-бізнесу. Американська співачка Тейлор Свіфт 13 грудня відзначила свій 31-й день народження. Просто дивно, яких неймовірних успіхів вона досягла за такий короткий час. 10 років виповнилося Тейлор Свіфт, коли вона вперше взяла до рук гітару та почала складати пісні. Через 2 роки вона вперше виступила перед публікою. Потім її помітив продюсер і власник музичного лейблу Скотт Борчетте. І у 2006 році побачив світ перший альбом юної співачки під скромною назвою «Тейлор Свіфт». Він одразу ж приніс їй популярність. Міжнародна асоціація авторів пісень «Нешвілла» визнала Тейлор найкращим виконавцем та автором 2007 року. І дівчина заодно стала наймолодшою співачкою, яка удостоєна цієї нагороди. Через рік Тейлор Свіфт отримала номінацію на Греммі, а її альбом «Fearless» зайняв перше місце у чарті Billboard 200 та розійшовся тиражем 592 тисячі екземплярів лише за перший тиждень. І це був лише початок. Кажуть, успіху співачки сприяло те, що вона з'явилася у потрібний час у потрібному місці, а саме в Нешвіллі, центрі кантрі-музики США, куди родина Тейлор переїхала з Пенсільванії. А щодо потрібного часу, то зірка Свіфт зійшла в той момент, коли місце юної співачки, яка стала американцям близькою і рідною, виявилося вакантним. Брітні Спірс, яка його займала, вже подорослішала. І Тейлор зуміла не лише зайняти цю нішу, а й завоювати своїми піснями серця співвітчизників. Повернення до Хогвартсу. Вийшов перший трейлер спецепізоду до 20-річчя фільму «Гаррі Поттера». Американський інтернет-сервіс відео HBO Max випустив офіційний трейлер спецепізоду «Гаррі Поттера», приуроченого до 20-річчя виходу фільму «Гаррі Поттер та філософський камінь». У ретроспективі «Гаррі Поттера» мають з'явитися актори Деніел Редкліф у ролі «Гаррі Поттера», Руперт Грінт у ролі Рона Візлі, Емма Вотсон у ролі Герміони та багато інших. Прем'єра фільму запланована на 1 січня 2022 року. Що відомо, першій екранізації книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера виповнилося 20 років. Суспільне зібрало 5 цікавих фактів про зйомки «Гаррі Поттер» і «Філософський камінь». У грудні HBO Max випустив тизер спецепізоду до 20-річчя фільму про Гаррі Поттера. На дитячому Євробаченні 2021 перемогла Вірменія. Україна – 6-та. У Парижі завершився дитячий міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021, на якому перемогла 14-річна представниця Вірменії – Малена. Дівчина набрала 224 бали за підсумками оцінок професійного журі та онлайн-голосування глядачів, повідомляє прес-служба конкурсу на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Малена виступила з піснею «Квамі-квамі» в перекладі на український «Вітер-вітер». Друге місце посіла Польща, а третє – Франція. В свою чергу представниця України, 14-річна Олена Узенко з авторською піснею «Важіль» набрала 125 балів, чого вистачило для того, щоб посісти 6-те місце. Загалом на Євробаченні 2021 виступали учасники з 19 країн. Дитяче Євробачення проводиться з 2003 року, а Україна в ньому бере участь з 2006. За цей час наш представник один раз перемагав у 2012 році з піснею «Небо». Це зробила Анастасія Петрик. Сьогодні у нашій студії учасник проєктів Comedy Battle, відкритий мікрофон на каналі ТНТ, розсміши коміка на 1+1 Роман Хроменков. Привіт! Привіт! Як в тебе настрій? Все добре. Це круто. Ти в нас стендапер. Взагалі на 100%. Так, на 100%. На 100% стендапер. І багато людей насправді дуже поверхнево знають про цю професію. Тож, давай розкажемо, що таке взагалі стендап. Стендап – це, прежде всего, жанр юмора, в котором стендап-комік, стендап-ектор, стендап-комік розказує свої шутки. Свої шутки, які рождаються у нього кожен день. Це те, що з ним відбувається, він щось переживає, бачить в цьому щось необычне і хоче донести це аудиторії через юмор.
Это так, если сложно говорить, если просто, это человек, который с микрофоном выходит, шутит про себя, про окружающий мир. Иногда это жестко, иногда это очень легко, иногда это про семью, иногда про какие-то глобальные вопросы. Ну, не совсем. Но это все грани, все грани. Можно про голубей шутить, например. У меня есть шутки про голубей, потому что я их встречал и не понял, что это вообще такое. А можно про сына, например. Это уже будет семейный, да. Окей, це круто. Я насправді ніколи не була на стендапі наживо. І дуже... Це взагалі мінус. Дуже б хотілося. Де взагалі працюють стендапери? Де можна прийти до вас на шоу? Це якісь спеціальні місця? Тайна організація. Ні, є профсоюз стендаперів України. Да нет, это всегда, кстати, удивляет этот вопрос, где стендап происходит и как прийти, как попасть, и почему я до сих пор не был, не была на нем в 2021 году. Есть соцсети, в которых постоянно выкладываются афиши, это афиши мероприятий наших, это вечеринки, открытые микрофоны, проверки материала, закрытые микрофоны и, собственно говоря, концерты большие, на которых выступают уже опытные комики. Мы анонсируем это в соцсетях, разные локации, разные бары, иногда концертные площадки. Вот. И, собственно говоря, там это все и происходит. Довольно давно у нас стендап-клубу уже вот 8 лет будет в 2022 году. Круто. Я прийду до вас. 8 лет? Послухаю. И не знаешь о стендапе. А скільки... В среднем money. Заробляє стендап. Money. Сколько? Money. Слушай, ну это очень... вот сейчас скажу, и все такие, так мало или так много, потому что тех стендаперов, которых интервью популярны, они говорят о больших цифрах. Но это уже популярные люди, это звезды стендап-комедии или просто звезды там Ютуба, например. Они, соответственно, большей части своего гонорара обязаны популярность. Есть ли обычные стендап-комики, которые даже немного медийные, они не супер много зарабатывают за выступления. Я скажу от скольки до скольки, а там пусть уже каждый сам как себя продаст, как говорится. Ну, минимально опытные комики могут там зарабатывать от $100 за выступление. Вообще нет предела. То есть в Украине это может быть там и $1000, и полторы, и две. Зависит от объема, от того, как организовано мероприятие. Ну, это, конечно, такие большие цифры, я уже сказал. Скорее всего, это те, кто делает свои концерты, сами занимаются продажей билетов и распространением, и когда площадки много вмещают зрителей. Корпоративы, конечно, это всегда дороже история. Там гонорар вообще можешь любой ставить, какой захочешь, какой тебе комфортный. Потому что никто из комиков не особо любит, скажем так, выступать на корпоративах. Разумела. А який в тебе був найбільший гонорар? Да вот, наверное, это выигрыш был. Он самый большой был. То, что я в «Рассмеши комика» выиграл. Да, да. Там за... 7 минут, получилось 7 минут. Это круто. Это было $2000 примерно на тот момент. Ну, наверное, это самый большой, потому что, ну, не знаю, можно ли это гонораром назвать, это выигрыш скорее. А, вот, поэтому, ну, пусть это будет самый большой гонорар, мне приятно так думать, что мне его заплатили просто так. Это были какие-то факапы під час выступив твоих? Так, ну, драк не было, это уже радует. Ничего меня не летело. Ну, прям такого вот жесткого чего-то не было, насколько я вот сходу могу вспомнить. Самое неприятное, я расскажу про самое неприятное и про... Короче, самое неприятное это было, когда я 2 раза участвовал в телепроекте. И это было оба раза «Рассмеши комика». И если один раз очень хорошо все получилось, и мне все понравилось, то один раз я участвовал первый раз, и я, естественно, хотел идти на максимум, идти до конца. И на финальной минуте я не выиграл день.
Помимо того, что я не выиграл деньги, я расстроился, но этот день, день съемок, был еще мой день рождения. Вот такой подарок у меня был в день рождения. Да, и хотелось еще, конечно, там в финале пошутить спасибо за такое поздравление. Да, больше вас приглашать не буду на свой день рождения. Нет, факапов, не знаю, были факапы, что, ну, зал не реагирует, факап, это вряд ли, просто очень много факторов должно сойтись, чтобы... Да. Факапы в основном от организатора, вот, локации, где ты выступаешь. А ти можеш якийсь жарт просто зараз на ходу придумати? Да, давай. Так? Давай тему рішимо. Може якийсь кусочок з свого стендапу? Ну це ж не придумати, це ж буде вже монтаж. Давай, давай тоді на ходу. Якусь тему хотите, тобі? Хотите ексклюзив? Я то, що ще навіть не перевіряв, можемо зараз перевірити. Вот у мене, давай. Допустим, шутки в заметках. Я пишу заметки, я їду, наприклад, и пишу заметки. Ага. И потом эту тему разгоняю, то есть до какой-то шутки. Но я до конца, пока не выйду там на открытый микрофон, не выступлю несколько раз, то есть не проверю материал. Неизвестно, шутка это или просто ну, что-то непонятное, мысль. Вообще везде есть шутка. Вообще, чтобы писать шутки, нужно ходить, слушать, должна быть насмотренность. Ты должен слушать диалоги кого-то, чтобы понимать, что у людей в жизни происходит. Иногда это просто даже не шутка, а чья-то ситуация. Це було, до речі, в мене наступне питання для тебе. Що б ти порадив починаючим стендаперам? Які якості? Давай тогда сначала совет, а потом попробуем проверку матеріалу сделаем. Слушай, совет, наверное, один. Много всегда записывать все мысли свои. Это самый важный совет. Потому что если тебе кажется, что ты в голове себе придумаешь какую-то готовую шутку, готовый материал, такого не произойдет. Ты должен писать, переписывать, выступать с этим. Если тебе что-то нравится, оставлять. Если что-то не нравится, прощаться с этим материалом. Угу. Чем больше у тебя будет выступлений, чем больше ты проработаешь своего материала, тем сильнее ты станешь комиком со временем. Круто. Даже если ты плохо выступаешь все время, все время, все время, через год ты уже точно будешь выступать лучше, чем в начале своего пути. Все записывать, как я делаю, это мой опыт, может, у кого-то другой. Записывать мысли, записывать конкретные шутки, записывать все, что тебе кажется необычным, что тебя окружает. Так, я был недавно в дорогом магазине, я хожу чисто посмотреть, ну, как сейчас богатые живут. И там была такая колоритная парочка, он был в Gucci одет, в Prada, она ну, тоже очень красивая такая вся была. И они мерили шлепки, ему шлепки очень такого ядового цвета, ярко-салатовые. И девушка хвалила шлепки, потому что она его девушка, она его поддерживает, допустим. И она говорит, слушай, да, он сомневался. И она говорит, слушай, ну шлепки вообще офигенные, бомба просто. Для Кубы идеально. И я подумал, что я бы хотел, чтобы у них произошла такая ситуация, что они купили эти шлепки, приехали на Кубу, переночевали, и он утром надевает шлепки, смотрит на ноги и такое, да не, дерьмо какое-то, поехали домой. И чтобы она осознала свою вину, что не все надо хвалить. В нас є конкурс. Ми тобі в студії будемо включати пісню, і ти повинен будеш відгадати її швидше, ніж це зробить Шазам. Я зараз... Ну, давайте попробуємо. Так, Шазам є. Можемо спробувати. Ти готовий? Я так, проиграю вообще все. Сансара? Сансара. Я только хотел сказать Сансара. Я так буду каждую, кстати, песню говорить. Я так и думал. Блин, а представляешь, что если Шазам уже сейчас может заменить передачу «Угадай мелодию», ну да. Скоро будет программа, которая генерирует шутки, и стендап-комики не будут нужны уже. Да. В момент появления буду стараться сказать раньше.
Это просто запись мотоцикла вашего. Вера Брежнева. Нет, не Вера Брежнева. ICHQ. Значит, Вера Брежнева, украла эту песню. Давайте еще раз проверим. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Нет, вот это. А, вот, Вера Брежнева. Реальная жизнь. Так. Я угадал. У вас сломался. Мы сломали Шазам. Давайте дальше. Новый год, Йома. Это же Новый год. Новогодняя века сердечко. Я еще название не знаю, я просто буду словами из песен говорить. Это что-то, под что плачут все брошенные девушки. Очень красивая песня. Ну, естественно. Это Джонни! Под моим огнем или водопадом. Кто бы ты ни был, Джонни. А, ну «Руки вверх» это точно. Я не «Руки помню, вверх»? Как называется. «Вечером теплым бреду «Руки один». «Руки вверх», «Он тебя целует». Да. А начинается с каких слов? Если мы дослушаем с тех, что я сказал. А там очень длинное вступление. «Вечером теплым брожу один». «Брожу один», видишь? «Не звони, когда в баре в угаре». «Скандал», «Синакар». Ну, не, вот это я вообще без шансов даже. Ну. Я вижу опасность. О, это Монатик. Прекрасно. Иначе было бы скучно. Монатик? С кем? С кем-то. Владимир Асеевой. Давай наступний конкурс спробуємо. Давай. У нас будуть з'являтися на екрані слова. І ти повинен будеш згадати пісню, в якій є це слово. «Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком» или «Не будь со мной». Это Галкин. Да. Галкин и Алла Борисовна Пугачева. Давай, Агата Кристи, «Давай вечером с тобой встретимся». Ну, а дальше то, что мы не пропагандируем. Оу! Я отвратительно пою. Вы хотите, да? Вот ну, мои невесты. Ничего, ничего. Я тебе-то поможу. Давай тогда ты пой. «Мумитроль невеста». Крути, крути. Я точно знаю песню. Крути. Ну, вот эту, крути педали, крути. Вот эту, что ли? Как ты не крути, нам не по пути. А. Мы с тобой не пара, прости. Я тебе дуже дякую за невеличке интервью. Ой, вам спасибо. Можно маленькое объявление? Конечно. Просто хочу сказать, что чтобы не было таких ситуаций, что вы не были на стендапе, приходите на живые выступления стендап-комиков в своем городе. Если только в Днепре, то приходите в Днепре, и все больше будет качественного юмора на телевидении и в городах. Все, просто ходите на живые концерты. Дякую. Сьогодні у нашій студії учасник проєктів Comedy Battle, відкритий мікрофон на каналі ТНТ, розсміши коміка на 1+1 Роман Храмінков.